Первый форум общественных советов нашей республики прошел сегодня в Чебоксарах. Для чего собрались те, чья задача – доносить мнение жителей до власти? Об этом расскажет Ольга Пырочкина. Если жителям города, села или деревни не все равно, к примеру, какую улицу отремонтируют в первую очередь и где разобьют парк, они готовы высказывать свое мнение и нести ответственность за свои решения. Это уже гражданское общество. А общественные советы – это его инструмент. Сейчас общественные советы есть уже во всех муниципалитетах республики. Вот пример хочу. Вот с несанкционированной свалкой в городе Чебоксары. Администрация же сразу же откликнулась на обращение. И территория была приведена в порядок. Еще один пример. Город Ядрин стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Теперь благодаря гранту преобразится одна из улиц. В Российской Федерации уже 2 года существует программа поддержки малых городов. И вот мы как раз под эту категорию очень хорошо подходим. И в прошлом году, получается, мы такое приняли решение с нашими людьми, почему бы нам не попробовать поучаствовать. Мы выбрали улицу Комсомольского. Чем она улица хороша, то что там много находится исторических памятников. Чтобы подобных побед инициативных граждан было больше и собрали форум общественных советов. Для того, чтобы получить финансовую поддержку, нужно грамотно подать идею. Основная проблема по проектам просто мы их еще не научились делать правильно, да, потому что проект – это комплексное мероприятие, которое должно быть оформлено соответствующим образом для того, чтобы, например, получить поддержку в фонде президентских грантов. Теме правильной подачи проектов и оформлению документов посвятили дискуссии и круглые столы. Впрочем, скоро на помощь общественникам должны прийти и профессиональные кадры. В ближайшее время мы будем расширять аппарат общественной палаты, и 3 человека будут сопровождать вас в подготовке, в реализации тех проектов, которые вы планируете реализовывать по своим направлениям. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.